Настало время, не стыдясь, признать наше поражение. Что вы предлагаете, господин маршал? Нам надо работать с Германией. Господин президент, не позволяйте Германии войти в Париж без сопротивления. Мы сражаемся и проигрываем. По-военному это дезертирство. Я не позволю, Деголь! Что бы мы ни делали, начнется мировая война. Давайте сражаться где-нибудь не здесь. Никто не станет противиться исчезновению Франции. Я выезжаю в Лондон, чтобы заручиться поддержкой Черчилля. Никогда! Мы будем создавать свою армию! Мы не можем так рисковать. Нужно выезжать. Шарль, любовь моя, я не знаю, где ты. И куда я иду? Я просто мать, которая защищает своих детей. Но мне приходится рисковать и вести их на смерть. Я бросил все. И оставил свою семью в горящей стране. Помните, вас могут прервать в любой момент. Нет, ты должен продолжать. Слова — единственное оружие, которое у меня есть.